Я шла по улице, и ко мне подошла цыганка, предложила погадать. Я сначала, конечно, начала отказываться, но когда она мне практически вслед кричала правдивые про меня же вещи, мне стало интересно. И я совершенно не заметила, как отдала ей все свои деньги. Пиздец, я дура. Обязательно. Контакт мне? Надо тебя добавить, друзья.